Вас приветствует компания Бука, и в этом видео мы расскажем вам о новой игре Skylanders Superchargers от компании Activision. Игра вышла на английском языке, но это не помешает вам насладиться чудесным миром Skyland. Интуитивно понятное управление, увлекательный сюжет и простые диалоги делают Skylanders Superchargers идеальной игрой для детей от 7 лет и их родителей. Сейчас вы видите версию игры для PlayStation. Для начала нажмите кнопку X на своем джойстике. Если вы играете на Xbox, нажмите кнопку A. Чтобы начать, подсоедините портал силы к вашей игровой консоли, чтобы перенести ваших Skylanders в мир игры. В игре есть кооперативный режим и мультиплеер. Можно играть одному или с друзьями. Возможно, вашими партнерами могут быть незнакомые люди, поэтому в игре предусмотрена функция родительского контроля. Родители могут отслеживать, кого дети добавляют в список друзей. Функция доступна в разделе «Опции» вашей игровой консоли. Выберите уровень сложности, на котором вы будете играть в Skylanders Superchargers. Начальный уровень для тех, кто хочет просто посмотреть интересный мультфильм или погонять на машинках. Второй уровень посложнее для тех, кто хочет набраться опыта и прокачать свои навыки. Игрокам постарше можно начать с него. Размер получаемых наград увеличивается на 10%. Продвинутый уровень интересен для опытных игроков, которые готовы проверить свои навыки. Размер наград увеличивается на 20%. И только самые смелые и отважные смогут осилить игру на максимальном уровне сложности и получить на 30% наград больше. А сейчас вы видите вступительный ролик, о котором мы расскажем отдельно. Master, welcome to Skylands, a magical world of wonder and... Наконец, чтобы начать игру, просто поставьте машинку на портал, а рядом с ней понравившуюся вам фигурку Скайлендера. It's working! The vehicle is opening a rift into Skylands! Hot streak! Ну что ж, мечта детства стала явью. Теперь игрушки можно оживить. Добро пожаловать в мир Skylanders! Supercharger tracking device. I'll help guide you, but you must hurry.